О, тут у нас новый повар, брат Георгий Пахмутов. Он все это знает. Приехал, мешок муки привез, вообще не беда. Там еще сохнет это, икра. Вот, там рыба печется, и вот эта икра рыбе. Вот смотрите, что, русская печь. Это когда-то я ее делал. 40 лет печи ложил. Вот моя работа, Кошариков говорит. Ты не допеклись. Вот она, какой хлеб. Ну а что ж на стол-то не подали? Так он еще горячий. Лепешки с утра свежие. Горячие. О, куча сотового меда. Вообще. Это кто увидит, он скажет, как живут-то люди. Холодильники забиты. Тут и грибы, и ягоды, и фрукты. Виноград растет. Правда, не у нас, а у других. Вот сколько меда. Это сотовый мед. Вчера к аренду набрали. Немного тут, но есть. Можно поесть. Хорошим. Простокваша. Помидоры. Там сыр, картофель, молочная, там баночки сливки. По милости Божией Господь посылает рабам своим. Вот оно как. Но. Тыква. Сейчас. Тыкву подойду. Тут Надежда Васильевна, подожди-ка. Вот как написано. Это не все. Это когда-то наш лагерь детский был. Это палатки из сена, вот шатры. Сколько-то лет назад было? Ну, 35-37 лет. Так, где у тебя это? Хотел тыкву-то показать. Здесь. Брат Владимир, где? О. Так, постой-ка, я отсюда зайду, чтобы видно было. Пожалуйста, а что ты семечки сразу не выбрал-то? Это Надежда Васильевна. Надежда Васильевна запекала. Семечки-то отдельно надо, и тогда отдельно щелкать будешь, они от всего лечат. О как. Ну все тогда. Вот растительное масло, мед, все в достатке. А всего-то кажется ничего. Библиотека, иконы, распятие Иисуса Христа. Это братья наши. Георгий, Михаил. Как Михаила фамилия-то? Макаров? Макаров это означает, у вас кто-то прадед был Макар. И когда он спросили, как давать фамилию-то? Макарову. Все. А другой там Сидоров, Иванов. Откуда? По родителям. Самая распространенная во всем мире фамилия Кузнецов. Смит. Джон Смит. Почему? Потому что ковали они. Попов. Коня подковали. Все остальное делали. Ножи, топоры. Ковач.